В городе-курорте провели выездной прием граждан Юрий Бурлачко и Иван Демченко. Вместе с председателем ЗСК и депутатом Госдумы в диалоге участвовали мэр Анапы Василий Швец и председатель совета Леонид Краснорудский. Как пишет газета «Анапское Черноморье», Екатерина Тихонова озвучила вопрос, волнующий многих жителей субсеха. Более 15 лет здесь нет дома культуры. Юрий Бурлачко отметил, что сейчас в регионе колоссальные средства направляются на развитие сферы культуры. И примером по строительству соцобъектов для многих других муниципалитетов является Анапа. Иван Демченко подчеркнул, что проблему знает, неоднократно общался с местными жителями и готов оказать поддержку в ее решении. Василий Швец рассказал, что проект Дома культуры уже подготовлен и находится на экспертизе. А дальше будут рассмотрены разные варианты, в том числе участие в нацпроекте «Культура». Весной, когда проект ДК будет готов, постараются изыскать финансирование на федеральном уровне.